Первый городской отдел полиции не случайно носит именно такой порядковый номер. Это самое крупное территориальное подразделение межмуниципального управления МВД России Одинцовское. Очень сложной является и обслуживаемая им территория, на которой только по официальным данным проживает более 100 тысяч человек. Уже более 5 лет важнейший отдел возглавляет полковник полиции Игорь Леонидович Волосюк. В прошлом году сотрудники первого города раскрыли ряд резонансных преступлений, среди которых квартирные кражи, кражи автомобилей и разбойные нападения. Основная наша задача – это, прежде всего, профилактика и раскрытие преступлений. Также у нас основная наша задача – это доступность и открытость для граждан. Чтобы каждый гражданин мог спокойно обратиться к сотруднику полиции, рассказать о своей беде, рассказать о своих проблемах. Также основная задача – это борьба с терроризмом и экстремизмом, потому что это такая проблема, скажем, насущная как в стране, в общем, так и, в принципе, в Одинцовском районе. По итогам года первый городской отдел был признан лучшим в районе. С учетом того, что Одинцовское управление полиции, в свою очередь, стабильно входит в число региональных лидеров, первый город можно смело называть одним из лучших территориальных отделов Подмосковья. Почти 400 раскрытых в 2016 году преступлений и 20% рост раскрываемости. При этом, по мнению Игоря Леонидовича, главная заслуга в успехах подразделения принадлежит молодому, но очень профессиональному коллективу, которому по силам любые задачи. Задержали группу, скажем так, совершавших кражи автотранспорта. Вот. Граждане приезжали на эвакуаторе, вот, сами себе выписывали, да, то, что они эвакуируют машину, на эвакуатор машину загружали и увозили ее в другую область. Соответственно, проведенным комплексом оперативных мероприятий данная группа была задержана, соответственно, и помещена в места не столь отдаленные. Все свободное время, а его у начальника первого городского отдела полиции остается очень немного, Игорь Власюк, как и положено настоящему мужчине, тратит на свою семью. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».